Смотри, даже монета не падает. Иметь китайского мужа, конечно, у меня уже нет шанса, но иметь китайского зятя — это классно. Интересно, а почему вы не крикнули, что у нас такой скоростной поезд? Ну, потому что страна современная, так и должно быть в такой стране. Смотри! Ваня, Ваня, на камень! Из-за меня. Первый раз, иди тихо. Знаешь, я никогда не ездила на скоростном поезде, это будет мой первый раз. Еще я опоздала. У меня не поезд. Это да, такой скоростной. Еще не начался. А уже уехал. Интересно, почему вы не крикнули, что у нас такой скоростной поезд? Потому что страна современная, так и должно быть в такой стране. А, вы уже привыкли, да? Конечно. Радмир так сильно плакал, он соскучился уже по мне. Рахим ему говорит: не плачь, мама завтра приедет, много тебе игрушек привезет. Смотри, сколько я игрушек ему купила. Тогда в следующий раз тебя лучше не звать, да? Нет, ты что, звать? Я еще поеду. Пусть все плачет. Да, пусть еще больше зовут. Если она не поедет, я могу. Я могу, Вань. Я поеду. Я всегда могу. Смотри! Ваня, на камень! И уехал. И так Асанина. Да, это самый главный город в нашем провинции. Да? Да, я раньше здесь и рисование учился. Классно, красиво очень. Вот еще там купил. На, тебе. Ой, Ваня, спасибо. Что, угадала, что тебе нравится, да? Да, как я хотела, какой ты добрый. Вон тут еще есть. Танта. Только у нас есть. Спасибо, Ваня. Пожалуйста. Ваня, иметь китайского мужа, конечно, у меня уже нет шанса, но иметь китайского зятя — это классно. О, Вань, смотри, везде реклама и сила. В следующий раз подольше там хочу побыть. Да, в этот раз стойка где-то 20 часов даже. Я не говорила. Ну, там все равно классно. Да, вот очень удобно, да? Я еще вон как сижу. Устали, да? Устали, очень устали. Ну, гулять все равно пойдем. Ваня, смотри. Даже монета не падает. Офигеть. Вот сюда будешь ехать. Чуть-чуть. Классно, да? Да. Еще, кстати, воду, когда сюда наливаешь, она вообще даже не колышется, она ровно стоит. Классно, смотри, как красиво, на память я заберу себе. А мне? Класс, супер, все хочу себе. Придется пополам делить открытку Саши, вот это мне, вот это ты заберешь. Мне вот это в книгу надо, точно. Классно. Я тогда вот это заберу, а тебе, Саша, на. Еще и фрукты есть. Все, все классно. Казахстан увидим. Спасибо. Ох, Сиань очень хороший город. Смотри, тут еще что. Ой, классно. Супер. Прикольно. Наш отель точно лучше, чем в Казахстане, да? Да, точно, 100%. Супер. За очень такие деньги. Такой персонал хороший. Да. Ваня, классно.
Ну, еще одна. На работу себе поставлю. Это я, наверное, заберу. Вот это тоже Саша. А у меня еще круче. А тут это прозрачно, ты чего? Давай, танцуй. Танцуй там, танцуй там. Ваня, смотри, тут слоник. О, прикольно. Еще из глаз. Что это значит, а? Классный. Вань, давай я у тебя сниму комнату лучше. Вообще классно. Офигенно, Ваня, просто супер. Смотри. Ё-моё! Тут еще есть... Здесь идеально краситься. Да. И за компьютером сидеть. Угу. Здесь так все красиво. Круто. Я бы, наверное, бы здесь жила. 这酒店方是不是知道点什么事情，给我这边做个大象？ Все, поехали. Лучше стало? Приехали на Татарский. Это мое любимое место было, все они раньше. Ага. Сейчас тоже нравится. Так? Знаешь, я здесь тоже погуляла с Наташей, но ночью ничего не видно. Да. А ты знаешь, что от Татарский начинался шелковый путь и проходил вот через наш город Тарас. О, ты даже это знаешь, да? Конечно. Я здесь ничего не помню, в тот раз просто хочу держать ее за руку. Ничего не смотрел. Сейчас мы老师您舞的什么呀？舞的中国龙。还有吗？没有。请确认支付。支付中请等待。Классно。支付宝刷脸成功，到账22.6元。哎，你完全офигеть！До чего техника дошла, лицо можно платить. Когда я училась, такого не было, я первый раз такое вижу. Опять не знаешь, что кушать, да? Опять, правда, не знаю, что кушать. Ай, долгая. Выглядит. Знаешь, хочется попробовать здесь абсолютно все. Не можешь. Эстя, а там лосось, если хочешь попробовать? Нет. Лосось очень вонючий. Вкусно. Вонючий? Да. Как пахнет? Г. Это вкусно? Вот это вкуснее. Аня, давай мне цу. Вон налила уже, я налила уже. А сюда пельмени можно налить? Да, попробуй вот так с уксусом вместе. Вкусно. Саша, попробуй. Ваня, классно. Оля. Я думаю, обкакалась. Всего этот 50 юаней. Ваня, смотри, я тоже заботливая. Вот себе кофе купила. Ой, спасибо. Все, я заеду махал. Оля, вкусно? Очень. Но то, что вот он на меня брызгает, это вообще не очень. Я даже писающий шарик так не сделала. Это писающие манты, да? Ваня, это какая кухня? Шанхайская. Да? Шанхайский шиндзян был вкусный. О, какой классный. Подожди, я не могу взять. Я люблю с цу. Вот так вот. Да, с уксусом вкусно. Оля, это можно кушать, это не писить. Это не писить. Нет, это писить. Бедная Хельга. Я в шоке. Пойдем посмотрим шапку, Оля, а ты не шапку. Потеряла, да? Да. Нет такого тря.
Да. Потом по интернету закажем. Да, обязательно закажем. Карта, вот Сиан, отсюда начинался. И сейчас я найду... Сколько пути, да? Да, сейчас я найду Тарас, Тарас. Так. Аксу. Ты читаешь? Ты Ташкент. Меня читаешь. Шимкент. Куда это Тарас? Тарас, Курдай. Курдай, это вы, да? Вань, мне так Батанс еще нравится. Здесь везде такие места красивые, где можно фотографироваться. И вообще показывает весь китайский стиль. Прям вообще классно. Поэтому домой не хочешь? Не очень. Пусть простит меня мой муж, но я пока домой не очень хочу. Ай, ага. Как красиво здесь. Дунхуан Шику, да? Да, классно, да? Дунхуан это вообще находится в Гансу провинции, а у меня есть друг там. Хочешь, поедем? Когда мы завтра поедем. Я хотела поехать. Красиво. Я люблю такие места. Ася, я хорошо фоткаю, по-моему, да? Вообще а почему это Наташа всегда меня обижает, говорит, что я плохо фоткаю? Ну, наверное, это Наташина проблема. Проблема в ней. Меня ты всегда классно фоткаешь. Чужую жену хорошо снимаешь. Свою не очень. До сих пор убьешь, да? Ваня, самое главное, говорит, йоу, йоу, Фэнхан Чуанчи, это моя самая любимая группа. Ваня, нужно, чтобы я так танцевала в прямом эфире? Да, можешь? Ты тоже будешь? Я тоже буду. Ваня, если честно, вообще не хочу. Классно, а? Ваня, я не хочу, чтобы вы уезжали. Ты по Саше будешь скучать, да? Конечно, буду. Она будет тут без меня ходить тут. Тоже будет.